Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией для любителей криптовалюты. У меня сегодня два крана, Dogecoin и Bitcoin кран. Значит, Dogecoin, регистрация, вводим Bitcoin адрес. Дает он нам каждые 10 минут 0.15 догов. Это неплохо, я считаю. Моментальный вывод и там на Faust Hub. Разгадываем капчу. Скрытых реклам нет. Ничего, все быстренько. Так, транспортные средства. Так, автобус. Подтверждаю. Get reward. Все. Денежку, доги наши ушли на Faucet Hub. Здесь есть мини-чат. Можно общаться. Так, далее, биткоин кран, то же самое, вбиваем биткоин адрес, привязанный к Faucet Hub, дает 5 сатошиков и 30 сатошиков. Также разгадываем капчу, скрытых реклам нет, витрины, подтверждаем, нажимаем получить, все. 5 сатошков мне ушло на Faucet Hub. До этого я получала 30 сатошков. Переходим на Faucet Hub. Я получала предыдущие вот доги. Я получила. И вот 30 сатошков с этого крана. Перезагружаю страничку. И, пожалуйста, опять доги мои вот пришли. И 5 сатошков. Так, и ссылочку хочу показать на Dogecoin. Вот здесь реферальная ссылочка. Вот нажимаете вот сюда, опускайтесь, и находится ваша партнерская ссылочка. Далее, и на догах чуть ниже вот ваша партнерская ссылочка. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.